Всем известно, что любые овощи, фрукты и ягоды необходимо тщательно мыть. Существуют общие правила для мытья овощей и фруктов. Не секрет, что многие импортные фрукты и овощи обрабатывают восками и парафинами. Чтобы смыть этот поверхностный слой, нужно тщательно вымыть плод в мыльной воде при помощи щетки. Чтобы быть уверенными в том, что мы избавились от химикатов, мы рекомендуем использовать концентрированное средство для мытья посуды с экстрактом алоэ вера серии «Дом Фаберлик». Оно максимально эффективно и безопасно удаляет любые загрязнения с поверхности посуды, а также подходит для очищения овощей и фруктов с кожурой или плотной кожицы от воска, парафина, остатков земли и удобрений. Полностью смывается водой. Картофель, морковь, свеклу, репу, редис, редьку, хрен и другие корнеплоды сначала следует очистить от земли. Для этого их нужно залить теплой водой и дать немного в ней постоять. Затем землю следует тщательно счистить щеткой. После этого овощи нужно промыть сначала теплой, а потом холодной проточной водой и почистить. Как тщательно помыть посуду, знает каждая хозяйка. Но о том, что к мытью детской посуды нужен особый подход, помнят не все. Бутылочки, ложечки, мисочка, чашка – все это нужно мыть, и мыть тщательно, ведь на остатках пищи охотно размножаются болезнетворные бактерии. Но привычное моющее средство, которым пользуются для очищения посуды старших членов семьи, для таких целей не подойдет. Все больше малышей склонны к аллергии, а набор химических компонентов, присутствующих в ароматных, эффективных гелях и порошках для посуды, может стать предпосылкой для того, чтобы такая склонность перешла в болезнь, с которой придется бороться всю жизнь. Вывод прост. Использовать для мытья детской посуды безопасные для ребенка моющие и чистящие средства, разработанные специально для детей. Для этих целей у нас есть концентрированное средство для мытья посуды с экстрактом лимона и мяты из серии «Дом Фаберлик». Оно создано на основе моющих компонентов растительного происхождения. Рекомендовано для мытья детской посуды, сосок, бутылочек для детей любого возраста, с самого рождения. Эффективно удаляет любые жировые загрязнения и засохшие остатки еды, даже в холодной воде. После того, как вы тщательно промыли детскую посуду, обдайте все крутым кипятком и обязательно простерилизуйте. Бутылочки, соски, крышечки, составные части молокоотсоса – все должно быть простерилизовано после каждого использования. Если вы даете ребенку пустышку, то в запасе должны быть по крайней мере 3 заранее простерилизованных, чтобы можно было заменить упавшую на пол соску. Смотрите нашу рубрику, и ваш дом всегда будет не только чистым, но и безопасным для всей семьи.